Радует то, что мы с первой минуты и до последней именно действовали в том ключе, в котором мы хотели. Не хватило, ну, в точности завершения, потому что моментов было много и ударов было много, особенно во втором тайме. В первом тайме можно было еще сыграть острей, на мой взгляд. Но тем не менее, то есть по содержанию игры, как бы ребята молодцы. Вот. В плане результата, конечно, мы не удовлетворены. Мы должны были выигрывать, и нужно было выигрывать нам. Но, знаешь, что делать? Будем двигаться дальше. Два вопроса от еженедельника игрок. Первый. Какие еще есть у вас варианты усиления атаки на будущее? Ну, в данном моменте у нас есть футболисты, которые у нас есть в обойме, да, и поэтому мы варьируем различные сочетания и различные позиции. И мне очень приятно, что футболисты воспринимают, что они могут сыграть на разных позициях. Поэтому мы отталкиваемся вот от того, что у нас есть. И, ну, значит, будем это улучшать. Чего, кроме удачи, еще не хватило команде сегодня для того, чтобы все-таки победить? Слушайте, ну, удача, в моем понимании, я не люблю вот этих сослагательных вещей, вот когда говорят там фарт, не фарт и так далее. То есть, если мы не выиграли, значит, мы сделали некачественно. Удача – это все относительно. Значит, мы должны сделать еще качественные вещи. Еще. Тогда будем выигрывать. Тогда не будет слова «удача» фигурировать. Вот и все. Конечно, она в целом, это вот… Можно там говорить там о виртуальных этих вещах, да, но, на мой взгляд, должно быть качество и должно быть движение вперед. Качество и движение вперед. Парни это схватили, мы будем двигаться в этом направлении.